Как хорошо, когда есть папа у каждого ребенка на земле. Когда он любит, чтит их маму, хранит всю верность той семье. Как хорошо, когда есть папа, не просто слово, а он есть. В одном лице и друг, наставник, и самый близкий человек. Всегда есть время на ребенка и поиграть, и почитать. И настроение не сорвет он, хоть на работе все не так. Как мало надо нашим детям, не важен статус, деньги пап. Внимание лишь, тепла их сердце, слова, что любит просто так. Как хорошо, когда есть папа, хоть девочка, хоть сын у вас. Пусть мама рядом, но без папы нет искры счастья в их глазах. Спасибо тебе, дорогой друг, что ты это время провел со мной. Я думаю, что ты уже поставил лайк и подписался на канал. Я это очень ценю, и мне безумно интересно почитать твое мнение в комментариях. Пиши. А если ты блогер и ведешь свой YouTube, Instagram или TikTok, присоединяйся к нашей команде «Клуб блогеров». Мы помогаем друг другу расти. Все нужные ссылки ты найдешь в описании.